Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. В 2020 году Роскосмос провел 17 пусков космических ракет. Несмотря на то, что по этому показателю Россия оказалась на третьем месте в мире, больше ракет в 2020 году запустили только США и Китай, по 44 и 39 пусков соответственно, это худший результат для российской космической индустрии с 1992 года. На различные орбиты выведено порядка 120 спутников. В их числе 104 аппарата спутниковой системы связи АНОЭП, 2 навигационных спутника ГЛОНАСС-М и ГЛОНАСС-К, 2 пилотируемых и 2 грузовых корабля серии «Союз-МС» и «Прогресс-МС», 2 телекоммуникационных спутника серии «Экспресс», 6 аппаратов спутниковой связи «Гонец», полезная нагрузка для нужд Министерства обороны и других государств, пояснили в российской госкорпорации. Как отмечает РИА Новости, меньше ракет в России за всю историю страны запускали только на заре отечественной космической отрасли, с 1957 по 1961 годы, когда в Советском Союзе ежегодно проводили от 2 до 9 запусков ежегодно. Если смотреть на графики, это стабильная тенденция с 2014 года идет резкое уменьшение количества российских коммерческих пусков, и сейчас мы выходим на самую нижнюю полочку. Связано это в основном с потерей международного космического рынка запусков. Уже наша внутренняя проблема – это постоянное сдвижение запусков вправо. Если посмотреть, что записано в Федеральной космической программе до 2025 года, то практически все народно-хозяйственные и научные аппараты сдвигаются. А это уже проблема организации работ, заявил изданию руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.